Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и сегодня я не один, как вы заметили, со мной! Так, всем привет, ребятушки! Братуха, давай пятюню, ой, не в ту сторону, давай пятюню, опа, ребят, тик-так, приехал в гости Кенту, прямо сейчас, у нас будет реально заруба, битва спину, Ты готов отдавать мне сразу нож? Это вот этот нож? Вот этот нож, это мой сразу нож. Короче, пошли, смотри так. У нас есть ровно 20 спинов. Это 2 раза по 10. И победитель забирает все. То есть я забираю все. Не-не-не, братан, это и зря. Ну что же, будем открывать ровно по одному спину. Первый начнет тик-так. Небольшая вставочка. Ребята, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на канал Кента ПК и напишите любой хороший комментарий. Потому что, во-первых, я хотел бы вам подарить 5000 голды. Во-вторых, я на это видео потратил 1000 рублей на монтаж. Поэтому, ребята, пожалуйста, лайк, подписка. Ну что же, ребята, прямо сейчас покупаем 10 спинов. Это 10 спинов я купил себе, теперь 10 спинов покупаю тик-таку. Братуха, пишу тебе буха, ты готов или нет? Братан, я всегда готов забирать твои спины. Братуха, давай пятюню прямо сейчас. Ой, не в ту сторону, давай пятюню. Я в спину ударился. Так, ну что, давай, первый спин чей будет? Ну давай мой. Ну, я ж гость, если я нужно уступать. Давай, 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 тик-так. Первый спин тик-така. Мы как обычно зажимаем на чуть-чуть. И да поехали. Я ничего не сказал. Да все, брат, время ушло. Первый спин тик-така, и что ж не падает? Это твой. Братуха, тебе выпадает стикер Demon Flame. Он стоит примерно 20 голды. Поэтому у тик-така на счету 20 голды. Вранье, он будет стоить голды 40. Не-не, 20 голды, брат. Ладно, давай определимся. Этот будет 20? Да, это 20 голды стоит. То есть тебе выпал только что 20 голды. Эпик 40. Смотри, легендарочка у нас будет стоить 100 голды. Да давай 100, ровно 100. 100, 20, 50. О, так будет лучше всего. Давай, брат. Ну что, ребята, как обычно, тик-таку не повезло. Прямо сейчас вам покажу секреты прокрут на новый ножичек Кента. Просто зажимаем до конца. Зажимаем до самого конца, до самого. Отпускаем. Так. Опа. Так. Опа. Смотри, тебе выпадает кейс. Если тебе выпадает кейс, то ты нуб. Так, подожди. Опять то же самое. Братуха, мы с тобой пока что на равных. Хорошо, хорошо. Пока что у тебя на счету 20 голды и у меня. Запоминай свой баланс. Так, ну что, Сань, говори, говори. Как будем крутить твой спин? И, кстати, да, ребят, это первое видео на канале Кента ПК. Не по столовой, голду будем реально давать. То есть, если я побеждаю, то получается, я голду оставляю себе. Если побеждает тик-так, то я всю голду, которую выиграл, отдаю ему. Подожди, я записывал. У меня 20, я записал. 20. И у меня 20. Давай, брат. Ну, туда с собой записывай. Давай я так другой махну, когда это сам, когда стоп. Давай, давай. А, стоп! Давай просто скажешь, потому что я ж не вижу. Давай. Стоп! Давай, ладно. Стоп! 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 Давай, давай! Поехал! Поехала, жаришка! Ой-ой-ой! Чувак, тебе выпал! Твою налево! Не, братан, ну это уже не смешно, ты понимаешь? Надо максимально собраться. У тебя уже 40 голды. Ребят, прямо сейчас я сделал буст на этот барабан бонуса. Просто смотрите, как я правильно делать. Делаем 10 недокрутов. Это называется недокрут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Чекай нож. Чувак, ты должен был на 10 открыть. Так, подожди. Интрига. Интрига, подожди. Теперь я должен открыть этот самый рейндом сикерпак. У меня пока что ровно 20 голды, у тик-так и 40. Если мне подать самурай, я подаю. 3 голды! Ой, лё. А сколько это стоит? Сколько стоит? А ну-ка. Голды 5, наверное, да? Чего? А как так дешево? Так, ребят, 27 голды на счету. 7. А, 8, нет, чувак, 7,99. 8 голды, 8 голды. Нет, чувак, там 5 получается, у тебя 25. Не-не-не, все, брат. Третий спин у нас открывает наш монтажер. Да ладно, шучу. Прямо сейчас мы делаем спин от тик-така. Встань, ну давай какое-то заклинание, там, не знаю, проклятие, говори что-то. Три раза так же, пустани, три раза. Два, три. Подвинь. Так, ну. Два. И на третий зажимай сильно, зажимай. Еще не отпускай.
Ой-ой-ой, это ножичек, это ножичек. Это будет нож, смотри. Так. Да ну нафиг! Нож! 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 Трындец, кейс. Подожди, подожди. Кстати, Страйвел хороший дроп. Да, да, Страйвел всегда падает больше всего аркам. Так, ну что, пацаны? Прямо сейчас тик-так может меня догнать. Ой, ты мой хороший. Слышишь? Чувак, давай прямо сейчас с тобой боксерский поединок. Готов. Раз, раз, мужика! Раз, два, три, поехали! Ты должен был вещь уже, я тебе уже справа дал. Они вообще посрать, бо камень нахрен. Раз, два, три. Поехали! Ой, брат, пока ни одной арканы не прилетело. Ой-ой-ой, любимый скин выпал. Сколько он стоит? 20 тысяч голды, 30 тысяч голды. Пол голды, братан, записывай. Так, сколько у тебя уже всего голды, давай запомним. У меня 27. А как так много? У меня? Обалдеть. Прямо сейчас сделал спин бедный Кента ПК. Надеюсь, после этого спина я буду богатым. Так, мужики, поехали. То есть сделаем, как обычно, 6 недокрутов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А теперь зажимаем на максимум. Потому что, ребята, я всегда все выжимаю на максимум. Поехали. Ой-о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 й
хорошо. Так, у меня 40 голды, я тебя догоняю. У меня 40, у меня 45 голды, у меня 45 голды. А, 47. Чувак, получается, я побеждаю тебя прямо сейчас? Брат. Ребят, да просто всегда ко мне в гости приехал, поэтому не удивляйтесь. Тихо, молчать. Слышишь? Ты так ущеряво не базарь. Так, ну чё, братуха, у меня 47 голды. Ты понимаешь, что тут король жизни? Сколько там у тебя? Ну, пока что... Сколько там у тебя голды? Сколько? Сколько? 41. Сколько? Ой-ой-ой, нищий, нищий. Что? Я ребя, извиняюсь. Ладно, давай, включи меня. На полную катушку запускай шарман. Давай, на полную катушку. Давайте. Ой, на ноже, отлично. А, на ноже, отлично. Давай. Сань, ну я честно, я тебе желаю победы, реально. Пусть победит сильнейший. А я тебе желаю поражение. Чувак! Так, сколько это стоит, мы договаривались? 50 голды. Ой-ля, ты вырываешься в лидеры, нифига себе. Нормально, братик. Так, пацаны, тик-так, вырываются в лидеры. 90 с половиной у меня. Нифига себе. Округлим, 91. Так, у меня пока что только 47, ребята. Но я сейчас попытаюсь это исправить недокрутами. Просто чекайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 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 поехали! Нож, ножичек, танта. Не танта. Кейсик. Улё. Стоп. Улё. Это тоже 50 голды. То есть получается, у меня 97. Что ты скажешь на это? Мы договорились, что Тектайн стоит 5 голды. Да, давай еще пол голды. Ладно, так, давай. Братуха. Ну ты, так говоришь, поважительный-то. Так, ну что, мужики, продолжаем дальше. Давай, как обычно, давай, номер 2 открывай. Ну открывай, ты же номер 2, я номер 1. Давай. 5 раз бухать. Ох, чуть не умер. Братан, я чуть не умер, реально. Ну, нет, перданул, здесь все затравил. Погнали, делаем 5 недокрутов. Раз, два, три, четыре, пять. И докуда? Стоп! Ой-ой-ой, тихонечко. Я просил раньше. Тихонечко. И ты получаешь Rainbow Sticker Pack. Ой, братан, кстати, тут есть реально хороший шанс на победу. Давай, короче, прям сейчас, брат. Просто. Это было. Да, просто без выста. На самурай, Нина, два раза. Раз. Два раза. Раз, два. Поехали. Ой-ой-ой. Так. Подожди, это стоит 5-6 голды. Я не могу. А ну-ка, сколько просто стоит? Сколько стоит? Плюс 10 голды, записывай. У меня было. У меня 97. Тоже 5. Просто без лишних слов. Настоящий мужик. Взял и открыл и выбил новый ножичек. Ой, блин, как же это было рядышком. О, Лего! Да вообще прикалываетесь. Нормально, братик, кажется, то, что ты заслужил. Надеюсь, тебе выпадет опять за 4 раза. Самурай! Никогда! Рарка! Ой, ты что? Ой, блин. Не, чувак, у меня все равно будет. Смотри, у меня было 97 плюс. Плюс 13! 110 голды! Тупо побеждаю. Ништяк, мужчина. Гонишь? Еще осталось у каждого из нас по 5 спинов. Давай, братан. Запускай на максимум, шарман. На максимум. Это и зря. Держи. Держу. Раз, два, три! Поехали! Ой-ой-ой. Чувак, если тебе еще будет нож, ну это жесть. Нож, лети нож, реально. Рядышком. Да ну нафиг! Рынде.
пиздец. Не, слушай, сейчас может травил кейсика выпадет нож. Подожди, подожди, ты не расстраивайся раньше времени. А ты понимаешь, что ты можешь спокойно сейчас выиграть? Если будет какой-то некромансер, он стоит 70 Боже. Голды, а ты вырываешься в лидеры. Чувак, телега выпала! Ну, ладно, да ну нахрен! Я хотел букануть, а мне в принципе. Чувак! А! Он же 18 голды стоит! Трындец, у меня, грубо говоря, 120, короче, почти. Так, у тебя 120, у меня 110, окей, окей. То есть прямо сейчас вот этот спин может, грубо говоря, изменить все. И смотри, я зажимаю на максимум, братан. 1, 2, 3, поехали, поехали. Открываем полчаса, как где-то. Хочу нож, нет, тут уже ножа не будет. Чувак! Хорошо. Импаркейсик. Нормально. Нет, так с импаркейсиком чем можно бы искать аркана. Не-не-не, карарочки, брат. Какая арочка? Будет арканочка, готовься. Слава яйцам, поехали! Арка. Ой, хорошо. Да ну нахрен, да ну нахрен. Моя. Чувак, ты его побеждаешь, ты понимаешь? Нормально. Сколько? У меня 110,5. Окей, я понял. Немножко как руль, большую сторону. Ну что же, ребята, прямо сейчас самое время поставить лайк. Мы открываем спин тик-така, и мы очень надеемся, чтобы все ставите лайки и подписывайтесь. Ага. Ага. Да! Твою налево. Чувак, а что ты не делал вот так? Мы же договорились. Я делал. Так надо было делать, как в прошлый раз, вот так. Слышишь? Ладно, я понял. Тут главный по забозу это я, окей. Так, ну что ж, тик-так выпал рейдл стикер-пак. Главный по забозу это ты? Снимай штаны нахрен. Снимай штаны прямо сейчас. Показывай уже. Готов? Готов? Готов, брат. Ладно, давай сейчас нож убивай. Так, подожди. Ты, брат, дело пусть на новый спорт. Сряба, поехали! Ой-о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 й
думаешь? Один с голды. Ну, братик, ну не погано. Слушай, у меня 120, у нас ровно, у меня 121, у тебя 121. В смысле, у меня 110, 110 с половиной. Так, у меня 110 с половиной, но я чем могу исправить, понимаете? Если мне подает одна легендарочка, все, ребят, богатая жизнь начинается. Ахалай, махалай, писун, ну поврот, попадай! Ножик, не выпадай. Опа. Сейчас будут перчатки. Сейчас будут перчатки. Просто, ребят, хэштег перчатки сейчас. Хэштег аркана, хэштег перчатки. Поехали. Нет, чувак, я тупо специалист по аркам. Охренеть. Опять пол голды! Разыграй подписчикам. Чувак, 111 голды, это трындец. Максимальный закрут пошел. Ой-ой-ой, братан, ты не рискуй. Не рискуй, брат. Нельзя притягивать, понимаешь? Рукой махну и ты ударишь. Давай. Раз. Поехали. Ой-ой-ой. По барабану влепил. Чувак! Это скам. Почти. Разработчики нас заскамили. Так, ну давай. Брат, ну, смотри, сейчас выпадет 5-7 Tactical. Просто чекайте. Чувак, 1300 не выиграл. Пол голды добавляй, сколько там у тебя? 131,5. Бичуган. Ну что же, ребята, с вами рубрика «В мире животных». И мои ведущие Кента ПК и Тик-Так. Давайте, прямо сейчас просто, пацаны, вы сейчас все ставите лайки, и мы открываем просто. Быстро поставьте лайк! Лайк, подписка, щипает нож, там-то, лайк, подписка, давай! Лё, трындец, посмотри. Стоп, это эпик. Эпик 50, мы договаривались. У меня 161 голда, у тебя сколько? Так ты уже получается номер 2, брат. Это мы с Тиктаком, когда вы поставили лайк и подписались, а это когда вы проигнорили. Вот это, поняли? Лайк, подписка, без вариантов, поехали. Слушай, чувак, тут вообще кому-то нож выпадает или нет? Не знаешь? Поехали! Опа. Опа, твой любимый импар кейсик. Слушай, ты себя можешь исправить, ты понимаешь? Я думал, ты нажимал, а оно уже не. Братанчик, ты готов? А давай без буста, Просто без буста. Ой-ой-ой, шу выпало-то, брату. Поздравляю, родненький, 350 тонн. Знаешь почему? Ну. Потому что только смелых уважает стендов 2. Потому что стендов 2 все зависит от буста. От буста. Монтажер вырежет. Да, надо дурку вызвать, можно? Поехали. Слушай, если я по кондиционеру вызываю дурку, это нормально? Мама звонит, подожди. Алло, мам.
Да, я покушал. Слушай, ко мне тоже звонит мама. Да-да-да. Да-да-да. Зайти в гости, хорошо. Слушай, твоя мама просила что-то в гости зайти. Мы против! Тибербула! Не понял. Так стоп, это мой или твой спин? Нож! Нож! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блюк, что? Это мой был. Это мой был! Ты, у тебя 60 был. Кто это мой, алло? Это мой! Да это мой! Мой, алло! Ребята, хэштег тик-так аферист, хэштег тик-так мошенник, хэштег тик-так, ну блин. Так, у меня 210, сколько там у тебя? Ну там 2 голды или 3, сколько там у тебя? У меня 170. Реально? Последний шанс, last chance. Давай, брат. Я говорю, что мне выпадет нож. Передаю привет своим предкам. Ой-ой-ой, братан. Абсолютный чемпион мира по всем видам спорта. Ты уже проиграл, но тем не менее. Я прямо сейчас просто открою кейсик и выбью тот самый ножичек. Если тот скин, который тебя выбьет, будет преследовать тебя всю. Просто чекай. Нож! Это нож! Это нож! Это не нож. И меня называла фантазер. Ну, ребят, для того, чтобы уничтожить тик-така и переиграть окончательно, мы еще раз ластовый кейсик открываем. Поехали, чтобы поехали. Чтобы переиграть тик-така и убить его, надо выбить рарку. Итак, мишон комплит. Ребят, ну, я скажу вот, так, почти. Для меня это ничего не стоит. Мы уже все равно победили. Все, изи вин. Как обычно, Кент ПК номер один. Братан, скажи пару слов. Ну что, уважаемые дамы и господа, мы надеемся, что вам понравился монтаж. Напишите хэштег топ-монтаж. Как обычно, Кент ПК вышел победителем, потому что, ребята, я никогда проигравшим не ухожу. Но большое спасибо Титаку, то, что пришел. Это мой братишка. Поэтому, ребята, набираем, пожалуйста, много лайков, пишем хэштег топ-монтаж. Подписываемся на мой канал. С вами был Кентуха и писюн ему в ухо.